Приветствую вас. Для начала нужно перестать играть в игру «Дано». Вы можете почитать про эту игру в интернете. Она так и называется, эта игра. Психологическая игра данного, она называется, вот. Перестать не играть, это, наверное, первое, что вообще нужно вам сделать. Второе, это, наверное, выход из состояния жертвы для вас, опять же. То есть, вот, как-то нужно выходить из этого состояния, да, состояние жертвы, в котором вы находитесь сейчас. И, соответственно, уже после этого можно будет что-то делать дальше. То есть после этого уже можно будет как-то взаимодействовать, то есть, исходя из своей личной ответственности, вот. И тогда уже можно будет что-то делать. Тогда уже можно будет вам помогать, тогда уже можно будет для вас что-то сделать вам, значит, можно будет помочь. И, соответственно, для вас это станет шагом вперед. Вот. Значит, объективно, то, что вы сейчас испытываете, значит, это связано с негативом, негативными установками, которые у вас есть, вот, и, соответственно, с подавлением собственных желаний, а также с чрезмерным чрезмерным ориентированием значит, на социальное окружение. Вот. Социально ориентированный. Я думаю, так можно вам ответить, в принципе. Вот, я думаю, что так можно ответить вам на вопрос, то есть тут смотрите сами, да, если вы будете
играть, да, вот. В эту игру. То ничего не получится. Если вы будете прикладывать ответственность с себя на других, за свою жизнь, то тоже ничего не получится. Вот. Поэтому вот так вот я рекомендую вам здесь поступать. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Обращайтесь, если будет нужна помощь. Поисследуйте, в какой момент, когда и почему вы стали запрещать себе свои желания, свои потребности, когда вы перестали действовать спонтанно, и кто вас этому научил, вот то, с чем нужно работать. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.